Фестиваль для тех, кому «за». Гала-концертом в Хабаровске завершился конкурс самодеятельного творчества пожилых людей. Несмотря на солидный возраст, участники выплясывали летку-еньку и пели фальцетом. В репертуаре артистов – русские народные песни и частушки. За кулисами яблоку негде упасть. Артисты распеваются. Особое внимание – костюмам. К самодеятельным номерам коллективы готовились зимними вечерами. Сейчас, когда начался дачный сезон, время репетиции сократили. В другой раз работы придешь, еле ноги тащишь, приходишь, и вот музыка начинает играть. Вообще. Мы занимались с супругой единоборствами, и когда все перебито, все болит, ничего делать не можем. А тут это самое, и нагрузка такая же. И в то время ничего не щелкает, ничего не прыгает. Вот и стали заниматься. Изящные дамы, подтянутые кавалеры. Коллектив «Реверанс» – постоянный участник не только официальных мероприятий. Артисты – завсегдатые немолодежных тусовок и дискотек. На городских подмостках умело, без одышки, отплясывают кадриль, вальс и польку. Вся пылкость чувств в страстном танго. Гала-концерт прошел при полном аншлаге. Танцевальные и вокальные номера срывали овации зала. Поболеть за самодеятельные коллективы пришли поклонники и друзья. Люди с удовольствием идут, получают удовольствие от этих концертов. И многие хотят сами принимать участие, в том числе вот и с нашей ветеранской организацией. Для того, чтобы мы не, как это говорится, не грустили, вот, чтобы чувствовали себя молодыми. Видите, сколько сейчас здесь ветеранов и труда, и пенсионеров, и военных. 30 коллективов приняли участие в фестивале самодеятельности. В следующем году участники обещают разнообразить репертуар и под баян исполнить песни Майкла Джексона, Фредди Меркури и группы Битлз. Анастасия Незнанова, Дмитрий Маклаков. Хабаровская студия телевидения.